собравшимся обратился глава Ленинского района Олег Хромов. В первую очередь его слова были обращены к ветеранам Великой Отечественной войны. Благодаря завоеванной вам победе мы сегодня можем радоваться жизни, растить детей и строить планы на будущее. И за это вам еще раз огромное спасибо и низкий вам поклон. Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю горькую свою. Процитировал слова Евгения Евтушенко участник боев по взятию Берлина Борис Харитонович Конельский. Мы не хотим войны. Это я говорю вам как участник этой великой битвы за свободу и независимость своей Родины. Мы не хотим войны, но помните, недруги за океаном по ту и другую сторону, что мы мирные люди. На наш бронепоезд стоит на запасном пути. И если надо, наше поколение, которое сейчас живет у нас в России, пойдет защищать свою родину. У нас есть кем защищать, у нас есть чем защищать. И пусть они об этом помнят и не забывают. Да здравствует славный праздник наш Великой Победы, день 9 мая. После минуты молчания в знак уважения и благодарности за мирное небо над головой ребята из отряда юнармейцев возложили цветы к обелиску павшим героям. Праздник продолжился сольным выступлением известной российской исполнительницы Марины Девятовой. Песни военных лет и русские народные пели все вместе. Публика подхватывала каждую мелодию. Артистке от имени администрации района вручил огромный букет алых роз начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту Моисей Шимаилов, а зрители провожали певицу несмолкающими аплодисментами.